Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики выложили на продажу очередную порцию адреналина для любителей открывать контейнеры, а именно французские конты. Давайте сразу обо всем по порядку, но максимально быстро. Французские контейнеры вы можете купить себе в виде двух предложений в разделе скидок, а именно 3 контейнера и 15 контейнеров за 3 косаря и 15 косарей соответственно. Таким образом, в конкретно данных предложениях вам каждый контейнер обойдется в 1 косарь золота. Что касается второго варианта приобретения, то в разделе контейнеров есть то же самое предложение штучное. Всего лишь один раз вы можете его приобрести. Я так предполагаю, что и 3 контейнера тоже единоразово только можно приобрести себе в магазине за 15 косарей. Что касается двух других предложений, то здесь идет немножко другая математика. За 12 тысяч 10 контейнеров, таким образом, один контейнер обойдется в 1200, а не в 1000. Но зато можете приобретать любое количество раз. И французские контейнеры 5 штук за 6500. И конкретно в данном наборе один контейнер обойдется вам уже в 1300 за один конт, а не за косарь, как я уже говорил в предыдущих первых двух предложениях. Таким образом, получается, что разработчики предлагают вам неограниченное количество раз приобретать себе французские контейнеры, но по чуть выше ценникам, либо штучно купить себе либо сразу 15, либо просто купить себе 3 контейнера, как говорится, на попробовать. Что вас ждет внутри? Внутри вас ждут французские машины разного качества, начиная от 6 уровня, от Британ Пантер и заканчивая машинами 10 левела, AMX M4, который действительно на своем 10 уровне показывает себя довольно неплохо по сравнению с другими ребятами. Что касается средняков во всем вот этом вот, то они тоже здесь есть. Допустим, та же самая Лорейн 40 тонн, которая на сегодня немножечко морально устарела и не всем далеко подходит. Ну а, ребят, Somua SM, он тоже здесь присутствует, многие за ним гоняются, но в то же время многие чертыхались из-за того, что его приобрели. Короче говоря, в наборе здесь входят машины разного качества. Начиная от тех, которые могут порадовать вас своим выпадением, и заканчивая AC/DC, ну и либо тем же самым FCM 50 тонн, которые, безусловно, скорее всего, большинство игроков расстроят, если выпадут вам из этого контейнера, уж тем более, если вы купите себе большое количество контейнеров, таким образом, данные машины обойдутся вам, допустим, там в 12 или вообще в 15 тысяч золота. Что касается процента выпадения. Процент выпадения крайне никчемен. Да, это не 0,5, но это всего лишь 0,71. Короче говоря, ни вашим, ни нашим даже 1% на выпадение нет. Справедливости ради стоит заметить, что за 2 коллекционки 10 уровня компенсация будет в голде. Выгодно или нет, не знаю. Тут зависит от того, сколько контейнеров вы купите и сколько вам придется открыть их для того, чтобы эту компенсацию получить и что вы вдобавок к этому получите. Если, допустим, за 15 тысяч золота вы приобретете себе 15 контейнеров, и из этих 15 контейнеров вам выпадет одна коллекционка, которая у вас повторится, и плюс выпадет какая-нибудь коллекционка, либо премчик высокого левела, которого у вас нет, тогда можно сказать, что вы в принципе окупились. Но если же все-таки вам не повезет, то думаю, что на окупаемости особо это не скажется. И еще, хотелось бы рассеять миф по поводу того, что если взять количество машин, коих здесь больше 10 штук, и умножить на 0,71% выпадения, то тогда у вас целых 10% вероятности того, что у вас выпадет машина из контейнера. Ребят, если вы слышите вот такую вот чушь на каком-нибудь из каналов, лучше просто сразу выключайте данный видос. Я не говорю отписываться от данного ютубера или обзорщика, потому что парень мог там ошибиться или что-то типа того. Статистика так не работает. Вот как раз с вероятностью 0,71% у вас выпадет одна из этих машин. И уж никак не выпадет однозначно одна из этих машин с вероятностью в 10, там, допустим, процентов, если умножать одно на другое. Вот такая вот кухня получается. Стоит ли покупать, я никогда не говорю и ни в коем случае не планирую вас убеждать купить, либо наоборот отговаривать не покупайте. Поделюсь лишь своим мнением. Мое мнение следующее. Поскольку за 8 лет игры в эту великолепную игру Танки Блиц или World of Tanks, Блиц не имеет значения. Изначально я начинал именно свод Блица. Ну и, соответственно, ребят, за 8 лет игры я открыл огромное количество контейнеров, из которых мне выпала всего одна машина. То есть за 8 лет более чем из 100 контейнеров платных за реальные бабки либо за голду я получил одну машину 9 уровня Т-55А.
И для себя понял, что я лучше буду заходить в магазин, когда здесь будут появляться толковые предложения, и покупать ту машину, которую я хочу. Вот я хочу себе, допустим, того же самого Action X. Я беру его за дуло и тащу к себе в ангар ставить на его законное место. И я хотя бы понимаю, за что я отдаю свою голду. Ну а покупать или не покупать вам, решать исключительно вам. А вы, главное, напишите свои комментарии по поводу того, часто ли вам выпадают машины из контейнеров, покупали ли вы французские контейнеры и что вам оттуда упало, ну и, соответственно, довольны ли вы. А еще, друзья, я буду вам безумно благодарен, если вы подпишетесь на канал, лайкните данный видос и поставите палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить выход нового свежего видео. Заранее вам огромное спасибо, всех благ, всего хорошего, везения в открытии контейнеров, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!